Доброе утро. У нас утро прямо. Сколько? 7 утра еще нет, мы поехали в школу. Вернее, сначала мы заедем в Starbucks, потому что мы не успели приготовить завтрак. Поэтому мы сейчас едем сначала в Starbucks, чтобы я выпить кофе, Кэтрин выпить чая, съесть яйца какие-нибудь. Вот. Как обычно, день сурка, знаете. Когда одно и то же каждый день происходит, начинает это бесить. Вот сегодня пришел как раз такой день, такой момент, когда меня уже этот такой день уже раздражает. То есть каждый день одно и то же, и хочется, как сказать, чего-нибудь новенького, захватывающего, но пока этого не происходит. И, то есть, приходит такой момент, когда тебя это раздражает. Вот. Вот сегодня пришел такой момент. То есть, встаешь, как обычно, как, знаешь, уже, как какой-то робот, как какой-то, знаешь, запрограммированный у тебя уже мозг. В 6 утра подъем, завтрак, отвозишь Кэтрин в школу, едешь потом на заправку или в тренажерный зал, потом какие-то дела опять делаешь, забираешь ее из школы, возвращаешься домой, садишься, весь вечер работаешь. Вот так вот у меня, как начались каникулы, у меня так проходит каждый день. То есть получается, днем дела там связаны с заправкой, еще с чем-то, а вечером, короче, каждый вечер, чем я занимаюсь, это я работаю. Я не жалуюсь, что я работаю, просто я жалуюсь на то, что приходит такой момент, расспать просто скучно и хочется что-нибудь новенького, захватывающего, но не знаю. Чтобы, как сказать, сменить обстановку хочется иногда. Вот так вот. Ладно, начинаем свой день. Ехали в Starbucks, я сделала палочку свою с камеры, чтобы никто не смотрел на меня, как на сумасшедшую. И никто даже ничего не понял, что мы снимаем. Вот так вот. Кэтрин хочет опять учителю своему подарочек найти какой-то look. That's like a Christmas toy. Look at that. Смотрите, как здесь классно на океане. Супер вообще, да? Пойдемте, зайдем через бассейн, пройдемся, посмотрим, как там сегодня у нас обстановочка на бассейне, скажем так. Только что делала лайв-видео и засунула себе телефон в задний карман. Так я чувствую, что у меня сейчас задний карман такой горячий-горячий. Настолько он горячий телефон, что мне неудобно даже как-то идти. Давай. Открыто. Нам повезло. Нам повезло. Мы сегодня с вами идем на бассейн. Идем на бассейн.
красиво, да? Жалко, что нет столько свободного времени, чтобы вот этой красотой наслаждаться каждый день. У кого есть такая возможность, обязательно наслаждайтесь. Если у вас есть возможность там сходить на океан, сходить на бассейн, обязательно используйте эту возможность. У меня такой возможности, к сожалению, нет. Что самое интересное, это все находится у меня вот здесь под боком, под носом, но из-за того, что столько всего, всяких разных дел, просто на самом деле нет времени свободного сюда выйти. Здесь красиво. Там уже мамочка с ребеночком гуляет. Мы с вами сейчас подойдем снова к океану, посмотрим. И пойдем в сторону квартиры, потому что мне нужно кое-что там сделать. Как же классно. Прям здесь как-то расслабляет. Жизнь даже другая возле пляжа. Как-то здесь проще все. И легче кажется. Меньше у тебя всяких разных проблем и стресса. Ходил дядька на тракторе. Мама сидела, девочка от нее убежала, и мама за ней бежит. Вот так вот с маленьким ребенком нужно глаз да глаз. Починили все наши эти кабаны, крыши сделали, видели? Потому что после урагана, помните, здесь все снесло, они все были ободраны, оборваны. Вот так вот. Бассейн пустой, но время на самом деле 8 утра еще, 8:16 утра, поэтому скорее всего, что... Кто-то работает, кто-то еще спит. Но что самое интересное, здесь до сих пор, здесь все было в деревьях, так было красиво. Сейчас все, видите, до сих пор все ободрано из-за урагана. Вот так вот. Сейчас мы с вами идем вовнутрь забирать мои посылочки. Пришли мы с вами вовнутрь. Сейчас хочу вам показать, у нас здесь елка стоит. Классная какая елка. Забрать свои посылки, почту, потом в квартиру зайти. Праздничное настроение есть. Смотрите, как классно. Красиво. Morning. Вот так вот. Ну что, я добралась до квартиры, пока шла. Все, выдохлась, потому что я тащила эти две огромные коробки. Я не знала, что они такие большие. Хочу показать на балконе, как у нас здесь. Классно, да? Ладно, идем смотреть посылки. И потом я уже буду собираться. И поехала дальше. Наша елка, которую уже все видели. Ну, Новый год мы здесь не будем, Рождество тоже. Но все равно пусть стоит. Еще вот такой пакет. Си, Кэтрин. Так, не обращайте внимания, здесь на бородах. Вот она, коробочка. Я думала, она будет намного меньше. Нифига себе, она огромная такая. Сейчас открываем. Это мой любимый сайт, где я заказываю свои всякие штуки. Я вам рассказываю уже. Ну что, вот он, подарок самый. Она такая огромная. Внутри этой большой коробки еще такая была. Вот здесь это тот самый, самая статуэтка, про которую я вам рассказывала. Но я пока не буду открывать и показывать. Вам покажу уже, когда подарю. Вдруг он мое видео посмотрит и увидит. И вот такая штучка тоже для него. Вот он мой любимый сайт. Вот они, эти самые БЦАшки, которые я глотаю каждый день. Две взяла, потому что была спешл. 2 за 50 получилось. И наклейки подарочные. Build your body. И вот такие две бутылочки я взяла. Шейкеры. Взяла вот такую себе для специально, чтобы у меня была отдельная бутылка для приворкаута. Потому что когда из одной, если пью первый приворкаут, и вдруг мне захочется протеинового шейка, то они, запах остается, и уже не то получается. Поэтому у меня отдельно будет для моего приворкаута. Она тем более такая удобная бутылочка. Так, а здесь есть измерения? Сколько здесь? Представляете, здесь нет измерений. Мне нужно знать, чтобы там было 12 фанс. Если будет больше или меньше, я просто перепью. И вот такой вот Better Buddies, вот такой шейкер. И все.
мои посылочки вот такие. Вот, что теперь я буду собираться и поехала дальше по делам. До скорых встреч. Ну что, все. Я забрала все, что мне нужно. Вот, пакет загрузила. С машины в багажнике нужно это все будет спрятать. До Крисмаса. Вот так вот. Еду дальше. Эта машина моей мечты, только белая должна быть. Поэтому мечтаем. Мечтаем и работаем, чтобы мечты сбывались. Но просто мечтать мало, поэтому нужно для этого что-то делать, чтобы мечты сбылись. Поэтому, несмотря на то, что я все время плачу, что у нас день сурка, что меня все достало, я все равно продолжаю делать то, что я делаю, потому что есть мечты, и они должны сбываться, правильно? Вот так вот. Вот, пожалуйста, люди купаются в океане. Красота. Приехали в Whole Foods Store, как обычно, за зубными щетками, и посмотрим, что здесь мы сможем найти полезного и вкусного. Сегодня к нам на обед. Идемте. I don't think they have it here. They look like this as well. That's good. No, I tried it in chocolate. No, it was hazelnut. Смотрите, у нас здесь даже пионы продаются. Можно по пионы. Капуста, смотрите, на таких штуках. Прикольно. Даже я не знаю, что покупать. Если честно, мне после вчерашнего совершенно ничего не хочется, потому что у меня желудок болит очень сильно после вчерашнего. Да. Такие морепродукты всякие разные. Такой магазин классный, но я не знаю, что покупать здесь, если честно. Приехав в мой любимый, где продаются мои любимые вот эти кусочки энергии, скажем так. Я вот хочу взять попробовать, но тетенька встала и мешается на моем пути, скажем так. Смотрите, здесь конфеты, орехи, сухофрукты всякие разные. Гречка, пожалуйста, зеленая гречка, кто хочет. Как-то я покупала гречку вот в этом магазине, на рассвет ее варишь, она какая-то не разваривается, совершенно другая, вообще совершенно не похожа на то, что какая наша обычная гречка, допустим, в русских магазинах продается. Так, это что у нас? Кускус. Тоже всякие разные каши даже. Не знаю, не хочу и не буду даже пробовать. Я хочу взять те энергетические орешки, но вот тетя-то до сих пор здесь стоит, мешается мне. Так вот, мы сегодня будем покупать мясо, и я хочу себе взять вот такие вот из фарша, такие штучки. Увлеклась прям, берет все, что лежит вокруг нее. Короче, пошла она в одно место, я пошла сейчас ее оттуда оттолкну и пойду возьму то, что мне нужно. Вот так вот. Сушеные бананы. Ну, смотрите, какие-то кокосовые эти, как они называются. А помните эти наши, как они, казинаки или что? Я здесь покупала их, они очень вкусные. И я знаю, если я куплю их сейчас себе, я их всех сожру, поэтому я их брать не буду. Вот они, мои любимые кусочки энергии. Можно взять и попробовать, смотрите. Очень вкусная штука. Овсянка. Я что думаю, когда поедем мы в горы, я закуплюсь, наверное, овсянкой, думаю. И яйца. Не буду есть в горах только овсянку и яйца. Так, я хочу взять каких-нибудь орешков на перекус себе. Что
особо сердечек, конечно, не кушать. Проблем нагружать эти almonds, поэтому я себе возьму пакет уже с орешками. Так, смотрю свой любимый, вот эти штуки свои любимые. Сивит. Так, sea salt. Терияки. О, смотри, какие здесь маленькие кефирчики продаются, прям как в этом русском магазине. Здесь тоже они есть. Какой-то plain goat milk, что-то новенькое, с пробиотиком какой-то напиток. Потом простой кефир здесь есть тоже. Ну, я знаю, что я точно возьму, я пить ничего не буду. И будет он у меня стоять в холодильнике долго-долго, потом я возьму просто и выброшу это все. Так, идем, скажем так, в отдел деликатесов. Здесь у нас всякие сыры. Смотрите, какой-то сыр с орешками. Ни разу такой не пробовал. Здесь простой сыр. Вот здесь у них есть более такие всякие разные сорта. Вкусные, вкусные, необычные. Я сыр не буду брать, потому что я его сожру весь, это точно. Fresh паста. Ну, прикольно. Смотрите, маленькие пельмени со шпинатом. Равиоли, вернее. Вот они всякие сыры. Икра черная. Здесь же у них продается вино всякое. И вот здесь отдел уже готовая еда, можно взять. Так, вы уже все знаете. Мы уже здесь с вами ходили 100 лет. Это я вам уже 100 раз показывала. 100 лет, 100 раз. Все это я вам уже 100 раз показывала. Лазанья, колбаски какие-то. Вот так вот. Санта-Клаус. Did you see your mask? Yeah, sorry. Тетенька в маске стоит. Здесь же прямо пицца. Хочу взять себе что-нибудь с этой станции, чтобы сейчас покушать дома. Так, в прошлый раз я что-то здесь брала, не помню что. А это не здесь, это на другой станции. А вот. Такую sweet potato. Люблю sweet potato, но много жрать этого нельзя, к сожалению. Поэтому возьму вообще немножечко. Так. Что здесь можно взять? Овощи какие-то, не хочу я. Вот это вкусная штука. Это я себе набираю только карпс один. Вот это вкусная вещь. Возьму себе. Так, карпс у меня есть. А на белки у меня мы взяли эти из фарша палочки. Сколько здесь много вкусняшек, вы себе не представляете. И аппетит у меня начал подниматься все-таки, несмотря на то, что у меня с желудком проблема сегодня. Я думала, это наша кошеная капуста, но нет, немножко она другая. Хлебный отдел. Отдел хлебный и отдел пончиков, мой самый любимый, который я прохожу мимо. Чуна, яйца какие-то, паста, рис. Нет, нам ничего не надо, ничего нельзя. Ну вот, пожалуйста. О чем и говорила я. Смотрите, здесь какая красота. Сначала я сейчас вам покажу френч макарон, а потом я покажу с вами мочи какие-то Japanese ice cream. Ни разу не пробовала. Вот эти макароны мне, если честно, не нравятся. Вот они какие-то мороженки такие. Я их ни разу не пробовал, но они выглядят очень необычно и аппетитно. Ну и вот он, конечно же, самый любимый мой отдел. Тортики, пироженки. Мой любимый key lime pie. Вот он. Я бы взяла его и съела полностью сейчас, но не буду. Поэтому мы отсюда с вами уходим. Убегаем просто. Бежим. Печеньки настолько, видите, с пути сбивают.
Так, магистры решили взять какую-то курочку непонятную. Такой. Crispy orange chicken. Can I smell it? Oh my god, smells so good. Издевается надо мной. Ну, посмотрите на это. Ну, я хотела все это съесть. Я помню, когда была беременная, мы ходили в этот магазин, он был возле дома, когда как раз я в Филадельфии жила, и я такие там булочки пожирала. Поэтому я наелась, как свинья, когда была беременная. До сих пор согнать не могу. Себе хлеб взяла. Я такое не ел. Но очень-очень хочется. Свечки какие-то. Фу, понятно. Амазон уже здесь, смотрите, сделали. Если раньше была здесь косметика, сейчас продается здесь Амазон. Целая станция Амазона. Представляете? У меня такое, кстати, есть с прошлого года еще. Очень пахнет классно. Лосьон для тела. Мы за зубными щетками, по идее, сюда пришли вообще. О, какие тапки. Здесь типа все органик и натуральное. Body lotion. Ну, мне ничего такого не надо. Вот они, те самые щетки. Can I have green one? No, green one or red? A green. Ой, такая штука у меня есть. Помните, я покупала как-то, была здесь. Бомбочки всякие для ванны. Как же мне это все нравится, как же это все вкусно пахнет. Так, вот здесь у нас что? Мыло. Боже мой, пахнет вообще вкусно-вкусно. Здесь тоже всякие мыло, всякие соли. Вот он, мой любимый дезодорант. Нифига себе, скидка $1.50. Нормально. Но он есть, мне не нужен пока. Вы не представляете, какой здесь стоит запах, аромат вообще, я просто иду и балдею вообще. Это что, веники индейские? Что за штучки какие-то, слоны непонятные? Что это такое? Какие-то сувениры, я не знаю, что такое. Какая-то африканская штука, в общем. Who's the one for apartments? Сейчас у нас здесь ввели такую фигню, короче, когда вам доставка от Амазона приходит, то есть вы не должны быть дома, вы устанавливаете специальное какое-то устройство, и они, открывая двери, к вам приходят, заходят и выкладывают ваши посылки, и все. Но сейчас тоже с этим уже тоже начался обман, то есть они видео специально делают, то есть вашего коридора, и потом они это видео останавливают и вставляют в кадр, и сами, возможно, заходят туда и могут что-то уже своровать, а в кадре все у вас показывает, что там ничего не происходит. Вот так вот, все продумано, конечно же, все это опасно. Я бы себе такого в доме не поставила. И левых людей совершенно я бы не пустила к себе. Мака Павер. Столько всякого разного сейчас продаются, я даже знать не знаю, что это такое. Вот это что такое? Hydration. Что за такие штучки? За таблеточки такие? Энергию дают или что? Energy, видите, energy дает, прикольно. Что только нету сейчас в продаже. Всякого разного. Я здесь, кстати, ходила, думала, лаваш найду. Но что-то я не найду пока лаваш. Вот я вижу для пиццы лепешки. Но такие лепешки. Лаваша, видимо, здесь нету. Видите, у нас здесь все за здоровый образ жизни. Так, сейчас вот здесь посмотрим. Может, я здесь лаваш найду, не знаю почему. Хочу лаваш. Хочу сделать себе такое типа шаурмы.
который я уже 2 недели пытаюсь сделать, никак не могу сделать. Я нашла замороженный хлеб, но я не вижу ничего подобного, чтобы было похоже на наши лаваши. Придется все-таки ехать в русский магазин и искать там. Так, ну-ка. Что у нас здесь такое? Тортия. Угу, все понятно, нет здесь ничего такого. Ну что, мы уходим. Ничего мы, в принципе, не купили. Так просто у нас свободный часок образовался. Мы решили заехать просто пошляться. Мое любимое мороженое с протеином, но я его тоже уже не покупаю, потому что если я его куплю, я его все сразу же съем. Поэтому я лучше не буду его покупать совсем. Что-то такое. Что за чеддер чиз? Сыр, сырная какая-то. Сырная размазка. Так, видите, здесь все. Как классно и красиво. Кофе. Возьмем кофе, попробуем. Коста-Рика кофе. Один размер. Так, ну что здесь, сахарозаменителя никакого нету, придется использовать сахар. Будем использовать браун-шугар. Боже мой, пока она сыпется, у меня рука отпадет, наверное. Нифига не сыпется. Все, теперь я понимаю, почему здесь у них Амазон. Амазон же купил вот этот магазин Whole Foods, поэтому они здесь свою лавочку и поставили. Вот так вот. Видите, мы сегодня счастливый день, мне сегодня цветы подарили. Все, я взяла себе кофе. Едем дальше.